сущности, я всю жизнь писал для молодежи. Но последние 10 лет я вновь вернулся к истории литературы, которой занимался в молодости. Однако одна неожиданная встреча, очень меня заинтересовавшая, снова вернула меня к школьной жизни. Один заслуженный учитель, очень интересный, очень тонкий и умный человек, рассказал мне историю, которую я пересказал в своей повести «Школьный спектакль». Вот эту-то историю мне и хочется рассказать вам. Эта история произошла лет 7-8 тому назад, в маленьком городке, очень старом и на редкость красивом. Рассказал мне ее Андрей Данилович Соловьев, заслуженный учитель, много лет преподававший в средней школе. Он назвал подлинные имена. Они, разумеется, изменены в моей повести. И впоследствии я добрался до одного из участников этой истории, который не только по-своему рассказал ее мне, но разрешил прочитать свой школьный дневник. Вот это обстоятельство и заставило меня взять в руки перо. В ту пору Андрей Данилович только что переехал в Рощинск, и класс, в котором его попросили спасать литературу, был для него новым, полным неожиданностью. Тихо! Спокойно. Я не могу сказать, чтобы мне нравилось ваше поведение. Но я ценю откровенность. Именно поэтому я так и оценил ваши работы. И так будет всегда. Да. Я буду говорить и поступать так, как считаю нужным. А вы вот так же со всей откровенностью будете высказывать свое отношение ко мне. Тихо, сейчас. Андрей Данилович, мы требуем, чтобы вы нам... Кто мы? Северцев, Кринович, Кругликов и Крамека. Так. Мы требуем, чтобы вы нам поставили двойки, как всем остальным. Это все? Нет, не все. Что же касается откровенности в наших отношениях, которые вы от нас требуете, мы вам откровенно заявляем. Кто мы? Четверо или мы весь класс? Весь класс. Конечно, весь класс. На этот раз весь класс. Мы заявляем, что нас вполне устраивала бабуся. Вы, очевидно, имеете в виду Нину Федоровну, которая преподавала у вас литературу. Вот именно. Она, по крайней мере, всегда точно объясняла, что от нас требуется. Ну, тоже. Из этого можно заключить только одно. Что интересно? По-видимому, вы еще не способны к объективной самооценке. Андрей Данилович, а что это значит? А это значит, во-первых, что сочинение вы перепишете. Вот это не заимствуя чужие фразы с книг своими словами. И постарайтесь, пожалуйста, избежать таких ошибок, как у Комковой, которая ухитрилась написать «Корову через А». Вот так. Вот так. И во-вторых, свои работы вы оцените сами. Мы сами себе пятерки поставим. Я тут уж точно корову с двумя А напишу.
Ну что же, это будет означать, что вы не способны к самооценке. Может быть, оно так и есть, если относиться к этой бодяге серьезно. Кривин, опять ты за свое. Как тебе не стыдно? Я считаю, что Андрей Данилович прав. Ну, здравствуйте. Да, да, потому что мы плохо знаем себя. Ты действительно не способна себя оценить. Потому что мы ничего не знаем о себе и ничего не знаем о других. И вообще, ребята, я считаю, что... Это ты за пятерку расплачиваешься? Вот именно. Молчи, Дубин. Дай сказать человеку. Прошу, стоп. Я сейчас... Андрей Данилович говорил мне, что он никогда не понимал весьма распространенного выражения «лицо класса». Никакого лица у класса нет. А есть девочки и мальчики. Причем у каждого свое собственное лицо. И, естественно, свой собственный характер. Правда, есть в каждом классе свой центр, и таким центром в классе Андрея Даниловича были четыре мальчика, отличавшиеся дружбой, которая, если не сохраняется на всю жизнь, так по меньшей мере вспоминается долгие годы. Они хорошо учились, интересовались всем на свете, но особенно увлекались историей. Не раз они пред битвою, презрев ночной покой, смиренную молитвою встречали день золотой. Не раз, сверкая взорами, они в глубокий ров сшибали шестоперами литовских удальцов! Сейчас я ему, что ты мне? Что ты делаешь? Литовские удальцы. Да, им зла надо. Здорово. Ну, кончайте, уводите, как вы. Вот это место и есть. Показывай, показывай. Высокий берег, это и есть северный берег. И не с юга шли боевые порядки новгородцев. Это же совершенно очевидно. Кругликову не терпится вторично выступить в Тарту со своими замечаниями и на сей раз получить не одобрение высокоавторитетной комиссии, браво-браво, но и незаметно защитить кандидатскую. Виват-виват. Я, ребята, серьезно. Саша Кругликов в самом деле выступал на кандидатской защите в Тарту. Он был там во время каникул, и его замечания были признаны едва ли не самыми серьезными. Миша Крайнович знал пушкинский период русской литературы лучше, чем Андрей Данилович, так считал сам Андрей Данилович. Коля Громека обладал феноменальной памятью и, перелистав все учебники в начале года, возвращался к ним крайне редко. В этой компании, в психологическом центре класса, был свой центр – Володя Северцев. Он всегда шел первым, в спорах неизменно побеждал, в любой игре был сильнее, увертливее и находчивее других. На первенстве своем он открыто никогда не настаивал, однако же и делить его ни с кем не собирался. Мне кажется, что жизнь – это игра. Только не игра в карты, при которой с увеличением количества партнеров вероятность выигрыша стремится к нулю. Наоборот, тут невозможно обмануть своих партнеров по игре, не обманув самого себя. Хотите формулу? Все вышеизложенное сводится к следующему. Площадь оценки жизненных явлений равна произведению заложенных в них основ на высоту сознания, а? Остряк. Но в каждой игре есть свои правила. Ты собираешься следовать им? Или полагаешь, что тогда можно и передернуть карту? Ну, почему передернуть? Просто у каждого правила свои.
Но с общими правилами они как-то согласуются. Действительно. А вот выяснением этого вопроса как раз и занимается твоя литература. Кстати, ребят, какого вы мнения об Андрее Даниловиче? Вдумайтесь. Впервые нам предложили высказать собственное мнение об уроке. Это что-то значит? Боюсь только, что все эти его авансы... Авансы? Ну, хотя, впрочем... Он тебе понравился? Да. Да, понравился. Что-то в нем есть. Что-то такое... Тихо. Самарина? Между прочим, у нее скоро день рождения. Надо что-то придумать. Уже. Постриглись наголо. Нет, Ватки дали отставку. Ничего подобного, наоборот. А что же? Они условились провожать ее цугом. Как это цугом? Очень просто. Один провожает ее от школы до сквера, другой от сквера до пятой скамейки, третий от пятой скамейки до выхода из сквера, а четвертый прямо уж до дома. Стало быть, она и благосклонность свою должна делить на четыре части. Костя, как ты думаешь, существует любовь или нет? Согласно учебнику русской литературы для 9 класса, не существует. А я вот, девочки, думаю, что жизнь без любви невозможна. Я вот, девочки, даже минуту бы без любви не прожила. Я просто умерла без любви. И с Богом. Куда не уйти? Садитесь. Кто отсутствует? Я дежурная. Так, значит, Пелевин, Городничев. Гений. Да, и Северцев, Кругликов, Громек и Кринович. Можно? Андрей, дай. Что это значит? А это значит, Андрей Данилович, что у Вари Самарины сегодня день рождения. Верность в нашем скромном даре, верность даме мы храним. Наша слава только дым, а Самариной Варваре в каждом рыцарском ударе громогласно возгласим. Вашей парты половина пусть пустует. Ни один эту почесть паладину не уступит, паладин. А тем более в годовщину. Праздник ваших именин. Вы прекрасны и жестокие. Как сурова красота. Злые нежные уста. От томления и мороки умираем на уроки. За любимые цвета. Поздравляю!
Ну а что означает ваши бани? Цвета нашей дамы, Андрей Данилович. Какой дамы? Варе Самариной. Ага. Мы избрали ее своей прекрасной дамой и поклялись всю жизнь носить ее цвета. Хорошо, Володя, объясни нам, пожалуйста, а что означает твой цвет? Это цвет платья, в котором Варя Самарина была на своем последнем дне рождения. Неправда, Володя. На последнем дне рождения я была в бежевом платье. Увы, в галантерее не нашлось бежевой ленточки. Что за шум? Садитесь. Что здесь происходит? У Вари Самарина сегодня день рождения, и мальчики подарили цветы. А что означают эти ленточки? Я вам потом объясню. После уроков зайдите, пожалуйста, ко мне. И вы тоже. Садитесь. Володь, закрой дверь. Ну что, Валя, поздравляю тебя. Спасибо, Андрей Иванович. Я надеюсь, эти четыре прекрасных букета не помешают вам вести урок? А, нет. Ну что же, начну сегодня с ответов. Тихо. Древин, прошу к доске. Прошу. Значит, пьеса Чехова «Вишневый сад». С точки зрения Андрея Даниловича, главную трудность в классе представляли не такие ребята, как эта четверка, а такие, как Костя Древин. На уроках он сидел с отсутствующим видом, отвечал медленно, с трудом, как бы стыдясь того, что он говорил. Всем своим видом он как будто просил об одном – оставьте меня в покое. Казалось, что некоторыми предметами он решил вообще больше не заниматься. Например, литературой. Андрей Данилович, дорогой, я вас прекрасно понимаю. Романтика, рыцарство. Но что это значит? Дать им возможность, как вы говорите, честно и открыто проявлять свои чувства. Вот в прошлом году, например, они вышибли окно в квартире завуча. Да-да, и как вы считаете, мы должны были реагировать на это проявление чувств? Иван Яковлевич, их надо убедить, доказать, что тонкость чувств не только необходима, естественно, но и интересна. И в этом все дело. Уверяю вас, они не стали бы швырять камнями в окно, если бы серьезно, глубоко любили музыку, искусство, театр. Они даже не догадываются, что жизнь захватывающе интересна. То есть, может быть, даже и догадываются, но приблизительно неясно. А самые умные думают, что школа-то как раз и стоит на пути между ними этой удивительной жизнью. И наш долг доказать, что это не так.
Ну хорошо. Хорошо, Андрей Данилович, вам, как говорится, и карты в руки. Но все-таки пока давайте договоримся. Никаких букетов во время уроков. А ты что ему сказал? Ну, я ему стал рассказывать, что в истории России рыцарство начиналось и продолжалось бы, если бы не нашествие Батыя. А он? Говорит, любопытно. Ну, а ты? Я говорю, наша беда, Иван Яковлевич, в том, что у нас никогда не было рыцарского отношения к жизни. Ну, в частности, у нас никогда не было почитания прекрасной дамы. А он? Он сказал, хм. Ну, я ему стал рассказывать, что у нас есть прекрасная дама, и что мы поклялись ей в верности на всю жизнь. Какие вы смешные мальчики. Я даже не могу на вас рассердиться, а иногда хочется. Вот ты смеешься, а мы действительно дали такую клятву. В таком случае я вам не завидую. У вас будет очень скучная жизнь. А ты не веришь в безответную любовь? Не верю. А если серьезно? А если серьезно? Да. Не знаю, мне кажется, можно полюбить от горя, от жалости, от ненависти. Только не по той случайной причине, что природа создала тебя женщиной, а его мужчиной. Мне кажется, никогда никого не полюблю. Варя. Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Он имел одно виденье, непостижное уму, и глубокое впечатление в сердце врезалось ему. Варя Самарина. Она все чаще стала появляться в рисунках Кости Древина. Она была не похожа на других девочек. И в том, что только она в классе носила косу, но не из духа противоречия, а потому что она и шла. И в том, что она прекрасно играла на рояле, мечтала о консерватории. Что же касается Северцева, Древин считал, что, возможно, из него действительно выйдет великий человек, потому что все великие люди умели управлять собой, то есть приказывать себе делать даже то, что им не хотелось. Впрочем, Костя находил, что в данном случае, то есть насчет Самарины, Северцев как раз делает то, что ему хочется, и поэтому, возможно, что ее дела плохи. Вообще Костю Древина интересовало, что такое личность. Он даже обращался к словарю Ожегова. По словарю личность – это человеческое «я», человек как носитель каких-либо свойств, лицо. Раздевайтесь. Можно лучше так, Андрей Ильич? Я не знаю. Что, Андрей Ильич, посмотрите, пожалуйста. Так, сейчас я вам тоже скажу. Так, вот, так. Это наш план. Вот основная карта. Так, типичная. Вот.
это наша запись. Осторожнее. Посмотрите. А, вот. Так. Вот что написано. И вышло войско князя на высокий берег. Показывай. А войско Тысяцкого слева и ударили на Ливонцев. Высокий берег, это, конечно, северный берег. Да. Я им давно говорил и даже показывал. Правильно, правильно говорил и показывал. Ну что, ну следовательно, получается, что новгородцы шли этим путем, а не с юга. И главное, у нас ведь есть еще одно доказательство. В одном из писем новгородцев, которые Кругликов раскопал, упоминается некое круче, где стоял князь с войском. Понимаете? Вот она. В письме идет речь о рыбных угодьях на Черном озере. А Черном в то время называли именно наше озеро. А текст письма здесь? Да, конечно. Вот. Ну-ка, дайте-ка. Сейчас. Ну что ж, кажется, вы сделали настоящее открытие. Я очень рад. Поздравляю вас, мальчики. А что я говорю? Я всегда все верил. Молодец, молодец. Я думаю, вы теперь могли бы написать об этом статью и послать в журнал. Правильно. Если все, что вы сейчас говорите, подтвердится, я уверен, ее напечатают. Просто обязаны. Конечно, и это будет ваша первая научная публикация. Прекрасно, конечно, тебе чудо. Ну, рано. Нет. Подожди, а где же Северцев-то? Он придет попозже. Вот он идет. И не один. Можно, Андрей Данилович? Ну, конечно, можно. Ну, что мы в таком расширенном составе? Прекрасно, прекрасно. Я очень рад, что вы приняли Варю в свой круг. Ну? Здравствуйте. 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 Сейчас я вас буду чаем поить. Не беспокойтесь, Андрей Данилович. Вот рукописи. Андрей Данилович, я рассказал Варе о наших находках, но ей очень захотелось посмотреть. Ну, прекрасно. Можно? Ну, конечно. Проходите. Это план. И приблизительно в центре произошло сражение. Вот да, вот здесь. По правилу. Поиск Тысяцкого. Перешло вброд эту реку. Вот эта часть разрушена. Только эта речка высохла совсем. Андрей Данилович говорил, что он никогда не понимал, откуда берутся эти возражения против любимых учеников. Что здесь плохого? Нелюбимый ученик – это другое дело. Нелюбимых учеников не должно быть, потому что это предполагает недоброжелательные пристрастия. А любимые ученики? Словом, Андрей Данилович увлекся четверкой, а они, в свою очередь, увлеклись им. Это ведь не часто встречается, такое полное взаимопонимание между учителем и учениками. Через четверку ребят ему удалось перекинуть мостик и к остальной части класса. Во всяком случае, он заинтересовал класс литературы. Он читал им Блока, Цветаеву, Ахматову, которых не было в программе. Он рассказывал ребятам о книжных редкостях, о литературных мистификациях. Короче говоря, спустя 3 месяца после своего первого появления в классе Андрей Данилович имел, кажется, все основания поздравить себя с успехом. Действительно, до поры до времени все шло прекрасно. Но вот однажды до Андрея Даниловича донеслись несомненные признаки какого-то нового увлечения. Четверке стал подражать весь класс. Атмосфера рыцарской вежливости, записочек, понимающих улыбок стала всеобщей. Девочки
которые не обращали на своих одноклассников никакого внимания, стали относиться к ним весьма благосклонно. В чем дело? Почему вы не на уроке? Здравствуйте, Андрей Данилович. Мы, Андрей Данилович, в общем... Ну, вот что, немедленно на урок. Завтра у директора поговорим, почему ушли с урока. Мы остались одни, когда мне было 3 года. Папу я совсем не помню. Он к нам так ни разу не приехал. Мама выкинула все его фотографии. Вот с тех пор она перестала выступать с концертами и начала преподавать. А если бы не я, она до сих пор выступала бы. Вот, ну а теперь она мечтает об одном, чтобы из меня сделать пианистку. Ну, а твои родители? Предки как предки. Володька. Ну, а что тут такого? Ну, они люди еще довольно молодые. Папе 43, маме 40. Папа с головой погружен в науку. 90% того, что он говорит, касается биологии. Ну, музыку еще любит. Много читает. Особенно историю любит. Характер. Характер. Папа вспыльчив, но быстро отходит. На все сначала говорит нет, так что мама нарочно пытается сказать ему что-нибудь наоборот. Вообще, знаешь, он мне как болгарин. Вот болгары, когда говорят нет, вот так кивают головами. А когда говорят да, вот так вот, знаешь? Нет. Да, нет, нет, да. Ну, иногда у него находит такой стих, что меня надо воспитывать. Ну, тогда он начинает ругаться с мамой, потому что мама считает, что меня надо воспитывать совершенно иначе. А в итоге получился ты? Итог печальный, да? Нет, ничего. А какой он из себя? Я его ни разу не видела. Ну, он человек довольно толстый, в очках, бледный. В 8 часов, в 7 часов обедает, в 8 требует ужин. Лекарств не признает, потому что не выяснена теоретическая основа их действия. Отказывается даже от горчичников. Ну, еще он любит издеваться надо мной. И при этом хохочет. Получает огромное удовольствие. У тебя отличный отец, Володька. А мама? Расскажи о маме. Мама. Мама плохо спит по ночам. И жалуется на папу, который будет ее в любой час ночи, чтобы сообщить ей какой-нибудь идеей, вдруг озарившей его переутомленный мозг. Тогда начинает ходить по комнате, принимать снотворное, холодную ванну. Но все равно не засыпает. И... Слово, у меня очень ученая мама. Доктор наук. А когда они с папой начинают говорить о своих научных делах, я ничего не понимаю и выключаюсь. Словно это не предки, а радио. Володька, опять? Я с любовью. Вот. Да и... Ой, Андрей Данилович. Вижу. Угу.
Володя, Варя, не прячьтесь. Я же вас видел. Что в самом деле, как дети? Я прекрасно понимаю, что вы удрали с урока. Кстати, с какого? Труда, Андрей Данилович. Здрасте. Здравствуйте. Андрей Данилович, ну вот вы сами посудите. Какой смысл Варе тратить время на паяние каких-то проволочек? Если после школы она собирается поступить в консерваторию. Ну, я понимаю, если бы она час провела у рояля. Володь. Поговорим об этом как-нибудь в другой раз, Володя. А сейчас возвращайте в школу. Имейте в виду, я вас не видел. Чтобы это было в последний раз. Вообще в классе происходит что-то непонятное. Что-нибудь случилось, Андрей Данилович? Не будем сейчас это обсуждать, идите. Древин? Древин, почему ты ушел? Кто тебе разрешил уйти с урока? С какого? С труда, что ли? Никто. Кто еще ушел? Ну-ка. Кто еще ушел? У вас что, весь класс разбежался, что ли? Нет, почему? Комкова осталась, староста. Иванова. Комсорг. Они любят трудиться. А ты не любишь? Ну что, не тружу, что ли? Тебя Костя зовут? Да. Садись. Все равно ты на урок уже не успеешь. Странно, Костя, но мы с тобой еще ни разу не беседовали. Почему не беседовали? Беседовали. Я тогда прочитал книжку «Старая Москва». Там еще выясняется, что ели люди в 14 веке. Да, помню. Но факт меню действительно относится к вспомогательной информации. По-моему, в науке нет ничего вспомогательного. Если она вспомогательная, как, например, история литературы, то она вообще не наука. Ведь 90% литературы – чтение, а для чтения программ не существует. Да. Что происходит в классе, Костя? Как ты думаешь? Ведь месяц назад все было хорошо. Я думал, на мое доверие. Ребята ответили – доверие. Выходит, вы меня обманули. Вы сами велели себя оценивать. Вот мы и оцениваем. Не понимаю. У нас теперь все стали рыцари. Выясняют отношения, заводят романы. Но у тебя, по-моему, нет романа, Костя. У нас у всех романы есть. Девчонки из кожи вон лезут, чтобы понравиться. Лестно. Но я пойду, Андрей Данилович. Странно, но в конце концов не мне, а вам нужно то, что дает школа. Неужели вы об этом не думаете? Некогда. Романы. Романы. Посмотрели бы, как все это со стороны выглядит. Прошу всех сесть на свои места. Громека, в чем дело? Понимаете, Андрей Данилович, что-то с глазами. Не могу близко смотреть на доску. У тебя тоже что-то с глазами? Нет, уши. Так. Садитесь все на свои места. Извольте сесть на свои места. Почему вы пересели? Прошу всех сесть на свои места. Повторяю.
Надеюсь, вы хоть подготовились к уроку-то. Попова. Я не готовилась, Андрей Данилович. Почему? Плохо. Садитесь. Рогайская. Я... Андрей Данилович. Садитесь. Комкова. Эпоха Чехова была эпохой замораживания. Людей засасывали мелочи жизни. Чехов, как человек, знал, что мещанство и пошлость могут испортить человеческую душу. Так в своей трилогии о любви Чехов бичует футляр. Вся жизнь класса, налаженная с таким трудом, вдруг пошла в кривь и в кось. Прежде всего, перестали заниматься. Развалилась дисциплина. Всем было некогда. Класс с головой погрузился в интриги, маленькие заговоры, сплетни. В чем была причина? А причиной была, как выяснилось, цепная реакция. А толчком к этой цепной реакции послужили пошатнувшиеся внутри четверки отношения. Допустим, допустим. Да и посмотрим, кто же выиграл в этой игре. И выиграл ли вообще. Ну, влюбился парень, что же теперь? Нет, ты ответь на вопрос, честно он выиграл или нет. Да какое это имеет отношение? Тут же любовь. Что же он, по-вашему, не имел права влюбиться? Если быть последовательным, то не имел. Ну, знаешь. Что ж, по-твоему, верность долгу, принципиальность, все это фикция? Я этого не говорю. Можно, Андрей Данилович? Да-да, входите, мальчик. Входите, входите. Садитесь. Ну, садитесь. А где Северцев? Северцев занят. Я позвал вас, мальчики, чтобы вместе подумать, как нам исправить положение в классе. Я обращаюсь к вам, потому что кому же еще мне обращаться, если не к вам? Я надеюсь, вы согласитесь, что у нас в классе далеко не благополучно. А? Мне бы хотелось знать ваше мнение по поводу происходящего в классе. А что у нас происходит? Разве у нас что-нибудь происходит? У нас, по-моему, ничего не происходит и не может произойти. Правда, это зависит от точки зрения. Если взять литературу и посмотреть с этой точки зрения, то, конечно. Да, но не дурачься, Миша. Ну, почему не дурачься? Даже Гомер и тот в свое время дурачился. Иначе просто нельзя было понять всю историю с этим троянским конем. Ну, конечно, по-моему, Гомер в том случае смеялся не только над глупостью троянцев. Действительно, строят заклятые враги деревянного коня. И, поверив первому встречному, троянцы тащат его в город. Можно, можно предположить, что это античный гротеск. Довольно, Миша, довольно. Надеюсь, вы согласитесь, что у нас в классе в последнее время стали уделять слишком много внимания личным отношениям. Ущерб не только дисциплине, а самой элементарной ответственности перед своим будущим, передо мной, перед школой. Я вот это собрал между партами после уроков. Это игра, этими билетиками обмениваются. Вот вы послушайте, чем заняты головы во время уроков. Он гордый, но влюбленный.
интересуюсь твоей подругой. Ты ему надоела. Ты ему нравишься своей лаской. Он считает тебя своей. А? Ну, что вы скажете? Мы скажем, Андрей Данилович, ну, это нехорошо, это нехорошо. Мы это понимаем, мы это понимаем. Но что делать? Что делать? Вы подумайте. Подумайте. Да вы сами скажите, Андрей Данилович. У вас есть, наверное, какие-нибудь предложения? Я не ошибся? Ну, у меня-то есть, но мне хотелось, чтобы вы сами... Ну, сами посмотрели на все это со стороны. М? Ну, хорошо. Вот, например, как бы вы отнеслись к такой идее, если бы я предложил вам инсценировать все, что происходило в классе за последние полгода? Как инсценировать? Очень просто. Изобразить на сцене все, что с вами происходило, все ваши ссоры, интриги, споры, раздоры, посмотреть на себя со стороны. На сцене? Ну, то есть взять какое-нибудь произведение, инсценировать его, изображая то, что происходит у нас в классе. Вот именно. Да? Это любопытно. Это любопытно. Тогда же можно сделать трех мушкетеров. Трех мушкетеров? Нет, ну я имею в виду, конечно, четырех. Вот Кругликов. Чем не Портос? Да, ну, да, Портос самый настоящий Портос. А кто же будет играть Д'Артаньяна? Ну, кто же? Конечно, Северцев. Северцев. А кто напишет? Пьесу? Пьесу. Кринович. Пьесу напишу я. Я напишу. Действительно, я напишу только с одним условием. Если Северцев будет играть Д'Артаньяна. Ну, условие. Ну что ж, я поговорю с ним. И все. Поговорю. Ты знаешь, Варя, я в последнее время хожу и думаю. Думаю. Вот для других все ясно. Для Кругликова, для Громека, даже для Криновича. А я о себе ничего не знаю. Ничего. Меня одинаково интересует и история, и математика, и стихоплетство. Но ведь на чем-то надо остановиться. Потом, Варя, не смейся, пожалуйста, но меня все это интересует как-то не так, как их. Коротко сказать, разница между нами в том, что их мир... Мир разума. А мой мир — мир чувств. Иногда мне кажется, что я просто туп, как пень. Может, я только чувствующий пень. Похож? Ничего себе. Ты осторожней. Варя? Варя. Что? Да нет, ничего. Варя. Я давно хотел тебе сказать. К всему, о чем я думаю, чувствую. Еще присоединяется мысль о тебе. Ты для меня... Я люблю тебя, Варя. Ты молчишь. Ну, Володенька, я не знаю, что сказать. Сама как в тумане.
Все время думаю. Костя, минуточку. У меня к тебе дело. Давай отойдем в сторону. Помнишь, мы с тобой говорили о положении в классе? Ну, помню. Как ты отнесешься к такой мысли, если инсценировать? Показать на сцене все, что происходило в классе за последние полгода. Все ваши ссоры, сплетни, ухаживания. А? Сценировать? Да. Я тебе скажу больше. Пьеса уже почти есть. Ее написал Калинович. Как Мольер своего Дон Жуана в 5 дней. Даже меньше. Ну, а я-то, собственно? Ты, пожалуй, один у нас в классе умеешь рисовать. А ведь потребуются декорации. Это мушкетеры. Королевский дворец. Ну, мушкетеры, нужна фанера, вообще вся эта музыка. А все будет. Директор фанерного завода даст все, что понадобится. Я с ним уже договорился. А кто будет играть? На сцену выйдет весь класс. И в этом все дело. Вроде Капустника. Не совсем. В отличие от Капустника, у нас есть сюжетные линии. Любовь Д'Артаньяна госпоже Бонасье. Ну, ты прочтешь пьесу. Северцы будет играть Д'Артаньяна, да? Да. Госпожу Бонасье Варя Самарина? Да. Сомневаюсь. Почему? Почему, Костя? Костя Древин согласился нарисовать костюмы и декорации, но все это нехотя и стараясь показать, что его совершенно не интересует эта затея. А все остальные ребята увлеклись ею. Каждый вечер они собирались у Андрея Даниловича, обсуждали композицию, декорации, костюмы для спектакля. Однако Андрей Данилович был обеспокоен тем, что сказал Костя Древин о Варе. Значит, ты не хочешь участвовать в нашем спектакле? Нет, Андрей Данилович, не хочу. Почему? Ну, хорошо, может быть, тогда возьмешь на себя музыкальное сопровождение? Не хочу, Андрей Данилович. Ну, а тебе что здесь надо? Ну, давай отсюда. Андрей Данилович рассказывал мне, что ребята сперва посмеивались, раскачивались довольно лениво, а потом все увлеклись. Театр ведь магия, волшебство, обладающее неслыханной заразительной силой. Шло время, и хотя в школе занимались еще по-прежнему с грехом пополам, однако общая заинтересованность постепенно делала свое дело. Опять, ну смотри, чернила. Да не могу я так. Да не нужно, не кидай. Давай спокойно, давай, все. Давай, быстрее лучше, быстрее, ребят, тихо. В каком ты этапе? Нет, быстрее, да. Девчонки, смотрите, красивый праздник, а? Что за память? Ну-ка, блин, из чего зашила-то?
Да это мама себе сказала, я не знаю. Мама делала, да? Да, мы с мамой делали два дня. Слушай, хорошо? Ты можешь немножко уходить? Да брось, ты что, какая шикарная? Ну ладно, я пошла, да, делай. Пойдем, Саня, потом расскажешь, ладно? Может, здесь порепетируем, а? Мне кажется, здесь не все. Давайте здесь. Чего, место мало? Ну где же нам репетировать? На улице, что ли? Я тут знаю. Ладно, пойдемте в класс. Пойдем. Один за всех, все за одного. Стоп, стоп, стоп. Нет, длинные разговоры только задерживают пьесу. Они же ничего не добавляют, только становится скучно. Я не знаю, Андрей Данилович, что вам не нравится. Андрей Данилович, он прав, это вовсе не длинно. Если монолог звучит с точным подтекстом, все в порядке. Вот меня другое волнует. Вот ты, Коль, говоришь, да, значит, в своем монологе. Я, мудрый человек без маски, прошу вас, зрители, не чувствовать расстояние между действительностью и тем, что происходит на сцене. Я, мудрый человек без маски, заявляю вам, что каждый актер невольно играет самого себя, что чем дальше он от роли, тем больше у него средств для его воплощения. Для ее воплощения. Это бильберда. Ну, не знаю, это ты так считаешь. Нет, ну он прав, ты действительно прихвостнул, там, прибавил чего-то. Ты послушай, ты послушай, я тебе сейчас все объясню. Дело не в этом. Может, ты еще раз поговоришь с Варей? Откровенно говоря, я не понимаю, почему она отказалась участвовать в спектакле. Я могу поговорить, Андрей Данилович, но она все равно не согласится. Почему? Она странная. У нее теории. Какие теории? Ну, например, она считает весь наш спектакль вот этот кощунством. Вон как. Да, действительно странно. Какие у нее основания думать так? Не знаю. Я же говорю, она странная. Нет, она не согласится ни за что. Очень жаль. Она была бы идеальная госпожа Бонасье. Андрей Данилович, у нас здесь что-то не получается. Андрей Данилович, можно вас на минуту? Иду, иду. А что вы тут без меня репетируете? Да, да. Варя, здравствуй. Угадывать можно? Сударыня, я счастлив. Судьбу ли должен я благодарить за счастье видеть вас? Перестань, Володь. Здравствуй, Варя, раздевайся. Нет, я на минуту зашла. Репетируешь? Ага. А почему ты отказалась? А я не понимаю, почему ты согласился? Все-таки объясни. Но я не сделал ничего такого, что заставил бы меня смеяться над собой. Я ведь тоже не намерен смеяться над собой. Но неужели ты не понимаешь, что все это значит? Вот, мол, какие мы были дураки, и вот, мол, какие мы теперь будем хорошие. Да я все прекрасно понимаю. Потому и согласился. Ну так ты должен был отказаться. Я не могу. Понимаешь? Они бросили мне вызов. Кто они? Ну, Кругульков, Кринович, Громек, кто же еще? Ну и потом. Что потом? Да ничего так. Нет, договаривай. Ничего. Володя. Ну, понимаешь? Ну, оказалось, что это чертовски увлекательная штука, театр. Представляешь, сыграть Д'Артаньяна на сцене. Ты была бы чудной госпожой Бонасье. Нет. Откажись, Володя. Я не могу, Варя. Ну, я тебе обещаю. Хочешь, я поклянусь сыграть так, что над нами никто не будет смеяться. Никто над нами не будет смеяться, Варя. Обещаю. Ты мне веришь?
Я пойду. Подожди, оставайся. Нет, спасибо, я пойду. Ну, тогда я тебя провожу, ладно? Ну, сейчас. Зачем гениям понадобилась эта инсценировка, думал Костя. Очевидно, они сговорились отомстить Северцеву. Они хотят высмеять его отношение к Самарину. Косте хотелось понять, к чему все это приведет. Тем более, что в первую очередь он задумывался о Варе. Ну вот это Древин все рисовал. Вот это. Вот щит тоже, кстати, у нас вместо занавеса вот такие щиты будут. Пойдем на лестницу. Нет. Попробуй. Коли, иди сюда. Вот по той лестнице будет спускаться госпожа Бонасье. Ну, а по этой Д'Артаньян, то есть я. Нравится? Ну, начинаешь, да? Начнем. И... Готово кресло на листах, еще не высохли чернила, а мы при шпагах на плащах, а мы при шпагах на плащах. Мальчики, давайте еще раз сцену вечеринки и свидания. А где Северцев? А, вон стоит. Ну, ступайте на сцену, подождите меня. Володя! Я здесь. Одну минуточку. Давай. Через 15 минут будет, ладно? Я прорепетирую и приду. Хорошо? Подождешь меня? Ну, все. Иду, иду! Я сейчас всю эту муру. Не надо, Костя. И потом, Андрей Данилович, когда я смотрю на Рогальскую, да, мне не то, что неинтересно становится. Мне просто жить не хочется. Ну что ты, Володя. Ну хорошо. Ты же человек с воображением. Неужели тебе трудно вообразить кого-нибудь другого на месте госпожи Бонасье? Андрей Данилович. Ну, ты же актер, Володь. Я вот недавно читал записки и письма комиссара Жевской. Ты зайди ко мне сегодня вечерком, я дам тебе эту книгу. То, что она переживала в жизни, она это играла и на сцене. Комиссар Жевская, да, я читал о ней. Была гениальная актриса. Андрей Данилович, а вы правда считаете, что во мне что-то есть? Искра что-то какая? Из меня выйдет актер. Мне кажется, да. Спасибо. Мне это очень важно, Андрей Данилович, спасибо. Представляете, как важно мне. Андрей Данилович, если мы начнем сцену свидания с госпожой Бонасье, чуть по-другому. То есть? Ну, мы текст изменим, вот посмотрите, пожалуйста. Рогальская, Аня, можно минуту тебя? Здравствуйте, здравствуйте. Я вижу, работа у вас кипит. Да. Костюмы же готовы, декорации. Значит, скоро генеральная? Нет, Иван Яковлевич, еще не скоро. Отрабатываем отдельные сцены.
Ну, ребята, идите, готовьтесь, скоро начнем. Помогла вам ваша театр-терапия, Андрей Данилович? Или пока рано делать выводы? Именно театр-терапия помогла. Класс неузнаваем. Знаете, я даже не представлял, что всех так заинтересует идеи спектакля. Увлеклись даже самые неактивные. Я последнее время ловлю себя на мысли, что я выступаю в роли Тома Сойера. Ведь он продавал право красить забор за бумажного змея или пару головастиков, а у нас право выступать в спектакле за приличные отметки. Ну, конечно, это шутка, но мы все, и они, и я, очень довольны таким товарооборотом. Ребята действительно увлеклись. Андрей Данилович. Иду. Начинаем? Иду. Извините, Иван Ильич, я вас не приглашаю. Надеюсь, вы меня понимаете, ребята еще, знаете, смущаются. Понимаю, Андрей Данилович. Не буду вам мешать. Желаю вам успеха. Спасибо. Успех вам. Ну? Ребята. Господа артисты, готовы? Сейчас, Андрей Леонидович. Да. Ну, если готовы, давайте начинать. Готова пьеса на листах, еще не высохли чернила. А мы при шпагах и плащах, грудь колесом сажень плечах. На радость вам, врагам на страх, выходим с песней на устах. Так не было? Так было! Так не было! Так было! Добро и зло покажем вам, покажем чувство страшной силы. Презрение к трусам и лжецам, галантность рыцарей и дам. Здесь сказка с правдой пополам, вы скажете, быть может нам. Так не было! Так было! Так не было! Так было! Так не было! Так было! Д'Артаньяна там вообще не было. Что делать в ссоре? Откуда вы все знаете? Не ваше дело. А где госпожа Бонасье? Вон она идет, ваше величество. И господин Д'Артаньян тут у них свидание, послушаем. Должен я благодарить за счастье видеть вас снова. Вы помните, госпожа Бонасье,
Вы мне говорили, что не верите в безответную любовь. Вы мне говорили, госпожа Бонасье, что никого и никогда не полюбите. Что он говорит? Это же от себя. Этого нет в пьесе. Вы говорили, что можно полюбить от жалости, от горя, от ненависти, но только не по той случайной причине, что природа создала вас, госпожа Бонасье, женщиной, а меня мужчиной. Ребята, надо что-то делать, он не должен. Вы помните, я вам сказал, что ко всему, о чем я чувствую и думаю, еще присоединяется мысль о вас, госпожа Бонасье. И вы мне ответили, что вы тоже как в тумане, что вы тоже все время думаете обо мне. Это надо кончать. Теперь увидите, госпожа Бонасье, что любовь это... Теперь увидите, госпожа Бонасье, что любовь это и жалость, и мука. Теперь увидите, госпожа Бонасье, что любовь это и жалость, и мука, и сострадание. Не ожидали такого успеха. Так ты немного растерялась, ты, Алла. Мало не растерялась. Тебе нравится? Ты серьезно была? А у тебя тоже вообще немного понравились, но не было заметно. Прям прелесть. Вы прям молодцы. Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. А ты что-то не тупо?
говорю. А ты только на платье смотришь, да? Ну, я на все смотрю. Нет, там надо говорить, что шляпы, щиты какие-то. Это ерунда. А ребята тоже молодцы. Ну, подумаешь, немножко. Ну, тебе нравилось? Да, очень. Слушайте, а вы хорошо играл, украли в компот. Войнович, поздравляем. Поздравляем. Играем. Да стул, он думает. Хороший партнер. Ну а что, он стоит, понимаешь, ты его тыкаешь, а он не удал. Да я вам все равно ничего. Ничего, ну главное же не реверанс. Ну конечно, у нас не реверанс. Но все равно хорошо. Зина, поздравляем. Слушайте, ребят, а в зале тишина стояла. Какое внимание после яблоки. Нет слов выразить восторг. Первый результат такой удачи. Это просто чудо. Вам, наверное, за что? Подлец. Что это значит? Кто затеял драку? Гривен. В чем дело? Что в конце концов здесь происходит? Отвечайте. Володя, из-за чего подрались с Древиным? Ничего особенного. Так, Андрей Данилович, старый спор. Просто мы с Костей разошлись в оценке деятельности фараона Тутанхамона. Видите ли, Косте фараон нравится, а вот мне... А мне нет. Извините. На этом можно было бы, кажется, и закончить историю. Спектакль прошел с успехом. Ссоры и недомолвки рассеялись, потому что были сценически изжиты. Все встало мало-помалу на свои места. И все-таки Андрей Данилович говорил мне, что за 30 лет педагогической работы у него не было более тягостного и мучительного года. Какая-то полоса отчуждения образовалась между ним и классом. В чем же была ошибка? В том ли, что он причинил Варе Самариной невольное огорчение, и, видимо, сильное, потому что вскоре после спектакля она подала заявление о переводе в другую школу. В самом деле, разве не намекнул он Володе Северцеву, кого он должен видеть перед собой, признаваясь в любви госпоже Бонасье? И Володя предал, отдал всем то, что принадлежало только им. Но, может быть, все это совсем не так? Может быть, Варя давно забыла о своей первой любви? Может быть, ей кажется, что никогда не было школьного спектакля, не было мартовской ночи, когда она бродила по городу, терзаясь стыдом и отчаянием, не помня себя? Может быть, не было и самого города с его быстрой речкой под старой крепостной стеной.